Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это телефон. Китаец оценил в 40 баксов. Написал, что это MP4 плеер. Шел сюда почтой, шведской почтой. Примерно 2 недели добирался он в Украину. В принципе, очень быстро. Это телефон Теки. Если я правильно произношу, Теки. Теки 1. Как видим, больше ничего нет. Сразу выпал переходник под европейские розетки. И сам телефон замотан в кучу. Пупырчатой бумаги. Вот такая вот коробочка. Видим логотип Теки. Сзади каким-то мелким шрифтом какая-то написана фигня. Здесь у нас штрих-код. Ну давайте откроем, посмотрим, что у нас поджидает внутри. Вот так оно должно было быть, судно, наверное. Вот он сам телефончик. Логотипчик такой. Какой-то он здесь немного как потертый. Мне так кажется. Нет, все нормально, здесь все нормально. Смотрим дальше комплектацию. Вот так у нас снимается, поднимается коробочка. И что у нас? Задний бампер. Или крышка запасная, да, крышка, получается крышка, еще одна крышка белого цвета, конвертик, здесь, судя по всему, для сим-карт и какие-то гарантийный талон, судя по всему, еще какая-то бумажка. И инструкция. Вот такая вот инструкция к данному телефону. Вот здесь у нас все то же самое. В принципе, это у нас. И с этим мы потом разберемся. Так, что еще здесь есть в комплектации? Еще у нас здесь есть USB кабель, такой вот интересный кабель, плоский, и блок питания, тоже, как видим, фирменный, так и написано. Так плотно входит, и переходник тоже плотно, отлично. То бывает, иногда всовываешь и болтается в переходнике. Ну и давайте включим сам телефон, где он у нас здесь включается. Так, возможно, там возможно батарея. Так, откроем его, посмотрим, что у нас в середине. Открывается он с помощью вот этой фиговины. И тогда есть возможность откупорить крышку заднюю. Сейчас мы ее снимем, посмотрим, что у нас там внутри. Может быть, и аккумулятор еще разряжен, поэтому и телефон не хочет включаться. Ну вот, производитель
сразу по умолчанию ложит запасную заднюю. Вот так вот он у нас выглядит внутри. Аккумулятор заклеен. Крышка, конечно, вскрывается очень туго, и поначалу ее не подумаешь, как не поймешь, как ее вскрыть, потому что зазоров никаких нигде нет. Так, что мы здесь имеем? И мои прочие приблуды, две сим-карты и карту памяти, слот под карту памяти. Вот такой вот брендированный аккумулятор. Более подробный обзор я уже сделаю позже, когда сам разберусь немного с этим аппаратом. Здесь 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной, разрешение Full HD, процессор 2 гигагерцевый, не помню какой точно. Ну, как видим, все работает. Сим-карты у нас пустые. Вот такой переход в настройки. Да, и Android здесь 4.2.2 установлен. Ну, в принципе, так все плавно работает. Видим, Android 4.2.2. Обновление по воздуху присутствует. Не знаю я, как там, будет ли на него обновление какое-то или не будет. Будем надеяться, что будет. Я, по крайней мере, очень надеюсь, так как хотелось бы увидеть на этом аппарате. Чувствуется легкая вибрация при навигации. Вот так вот выглядит аппарат. В принципе, все хорошо. Как более подробно разберусь с телефоном, так и сделаю обзор уже не в домашних условиях. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Ссылку на продавца поставлю в описании к видео. На этом все. Всем пока. До свидания.